Всем привет! С вами команда NobleFest, и мы начинаем нашу серию фильмов-обзоров на университеты Казахстана и Центральной Азии. Кто-то мог бы подумать, что, конечно же, первым нужно снять Назарбаев университет, или Казну имени Аль-Фараби, или Яну имени Гувенева. Но на самом деле мы сделали довольно неочевидный выбор. Об этом университете мало кто знает в нашей части страны, мало кто знает в Алмате, мало кто знает на Востоке. Но этот университет называется Актюбинский региональный университет имени Жубанова. Сейчас мы из холодной пасмурной столицы переместимся прямо в сердце жаркого Актобе. Это университет с 85-летней историей, о которой мы, столичные жители, узнали только недавно на Нобелевском фестивале. 15 тысяч студентов. Инновационный научно-образовательный хаб для Западного Казахстана. Этот обзор объединил в себе интервью ректора, проректоров, руководителей департаментов, преподавателей, студентов, да и просто людей, которые болеют душой за свой университет и хотят видеть его постоянную трансформацию и развитие. Я надеюсь, что вам понравится. Это здание администрации или ректорат университета Жубанова. На самом деле идея отделить здание администрации от других учебных корпусов, она довольно необычная, я бы так сказал. То есть во всех университетах, в которых мы были, в основном ректорат находится просто на верхних этажах, где-то в корпусе самого здания. Это может быть неудобно, потому что, чтобы сделать доклад, чтобы встретиться с администрацией, студенту или преподавателю, нужно проходить этот путь через парк университета, либо через улицу. Но с другой стороны, когда ты находишься чуть-чуть вдали от самого корпуса, от студентов, от всей этой постоянной суеты, у тебя есть более абстрагированная картинка. Ты можешь посмотреть на университет со стороны, и, возможно, это влияет на качество принимаемых решений. Мы решили проверить это и поговорить с самим ректором, а также сразу узнать, как университет пережил коронавирус, 2020 год, и все, что в этот момент происходило с системой образования. По-хорошему говорить, система образования Казахстана, в том числе и высшего образования, она прошла такую шоковую терапию. По сравнению с средней системой образования, или ТИПО, как мы говорим, колледжами, университет имел опыт, потому что у нас имелась дистанционная технология образования, но объемы, конечно, нельзя было сравнить. Если мы до этого планировали закупать какое-то оборудование, то переходом онлайн-образования мы в первую очередь финансовые потоки начали определять в другую сторону. Все корпуса, они оказались не у дел. Вот эти все корпуса, которые когда-то людьми наполнены жизнью в общежитии, в корпусах, она превратилась, так скажем, просто в здание. А мы, преподаватели, находясь дома или же приходя на работу с определенных аудиторий, выходили просто на онлайн-образование. Здесь, безусловно, свою лепту внесли, так скажем, образовательные технологии, которые мы до этого обучались, например, при международных проектах или с нашими партнерами. Те навыки и практики, которые мы до этого работали, приходилось заново вспоминать и внедрять уже в жизнь. Мы сейчас, например, тот же проект «Ашык», который внедряет Казахстан, мы одни из первых в нашем университете ее внедрили в пилотном режиме для двух корпусов. Сейчас все корпуса по нему работают. Постепенно мы думаем, за лето мы отработаем так, что человек, который заходит, тот же студент или преподаватель в наш корпус, уже визуально компьютер будет вычислять его, кто он заходит, кто он преподаватель или студент. В то же время и одновременно и Ашык будет смотреть, какую он прошел или прививку, какой он в зоне находится, в желтой, зеленой или красной, или синей.
университетін дамуына атсалсамыз. Екіншіден, біз студенттерін құқығын қорғаймыз. Яғни студенттерін белгілі бір дәрежедегі проблемалар болса, белгілі бір инициативасы, белгілі проекттер болып жатта, соларын барлығын қолдаймыз. Және студенттерге көптеген қаржылай болсын, және рухани болсын, көмегімізді материал түрде көмектесеміз әрдайым. Біздің басты мақсатымыз, яғни осы студенттердің жалпы құқықтық, экономикалық, әлеуметтік, тұрмыстық мәселелерін шешіп беретін. Яғни егер де оларда оқу орындары мен жатақханалары мен мәселелері болып жатса, соларды шешіп береміз. Және де бос уақытын тиімді пайдалану. Жалпы сабақтан бөлек осы екінші жұмысым деп айтсам да болады. Парасаттылық мектебі клубы. Жұбанов университетінің студенттерін бүкіл Ақтөбе таниды. Кез келген студент парламентінің құрамындағы студенттер жалпы саяси тұрғыда және рухани тұрғыда өте бай деп айтуға болады. 2019 жылдың Мисс Жұбанова 2019 байқауын жеңіп алдым. Біздің университетте мүмкіндіктер көп, көптеген. Экоарсудың мақсаты ол Ақтөбе қаласының экологиялық жағдайын жақсарту мақсатында жұмыс жасаймыз, экосубъектерге шығамыз, осы қоқыстарды сұрыптау жобасын жүзеге асырған болатын біз. Барлықтарыңызға қайырлы күн, мен есімім Тамирис, педагогика факультетінің студенттік сенаторы болып есептелем. Сонымен қатар мобилография курсының негізін қалаушы. Яғни офлайн форматта телефонмен әртүрлі видео материалдар түсіріп, сонымен қатар монтаж жасауды үйретемін. Яғни өзімнің 30-ға жуық студенттерім бар. Қазіргі таңда, яғни алдағы уақытта біз оқушылар және де мұғалімдерге арналған мобилографиядан офлайн курс ашпақшымыз. У нас есть отдельная танцевальная команда. Есть много талантливых ребят в пении, игре, музыкальных инструментах. И в основном вот мы участвуем и организовываем мероприятия разного характера. Честно, кайфуем от этого процесса. Ребята показывают свой талант. Они развиваются как артисты, как певцы, как музыканты. Көздерінен бір от жанған жастарды көрсек, бір ақша үшін емес, я бір атақ үшін емес, жай бір қарапайым пайдам тисе дейтін адамдар болса, біздің есігіміз оларға әрқашан ашық. Здесь же, в этом здании, находится Центр международного сотрудничества. Это люди, с которыми мы познакомились в первую очередь еще больше полугода назад и начали работать по Нобелевскому фестивалю. Здесь же находятся центры международного сотрудничества разных стран. Польши, Китая, Турции, тюркских стран и многое другое. Если бы не Центр международного сотрудничества и его замечательные специалисты, мы бы никогда так близко не познакомились с университетом Жубанова. Поэтому, конечно же, я считаю должным рассказать поподробнее об их работе. Құдайберген Жұбанова атындағы Ақтөбе өңірлік университетінің халықаралық ынтымақтастық қызметі Қазақстандағы жоғары оқу орындарының Болон декларациясына қол қою сәтінен басталған болатын. 2011 жылдан бастап соның алғашқы кезеңінде біз ең алдымен өзімізбен жақын орналасқан Ресейдің жоғары оқу орындарымен, Қытай Халық Республикасының жоғары оқу орындарымен алғашқы байланыстарымызды бастадық. Ең алғашқы халықаралық байланыс Синьцзян Қаржы экономикалық университетімен бірге ашылған Конфуций институтының ашылуымен байланысты болды. Қытайдың оқытушылары бізге келіп, Қытай тілінен біздің оқытушылар Қытайға барып өздерінің дәрістерін оқи бастаған тұстан басталған болатын. Қытай тарапынан қандай мотивация болды? Неге сіз осы Ақтөбеге келіп, осындай центр ашатын болдыңыз? Жалпы Конфуций институтының ең басты мақсаты ғылым мәдениет саласында екі елдің арасында достық қарым-қатынасты берік ұстап тұру. Қазақстандық студенттерге Конфуций институтының грантын беріп, Қытайдың ірі жоғары оқу орындарына оқуға түсуге мүмкіндік беру. Сонымен қатар екі жақты ортақ мәдениет алмасу. Жалпы Конфуций институты Қытай тілінің орталығы. Екі мемлекеттің арасындағы достық көпірі. Ал қазір міне 10 жылдан астам уақыт ішінде университет өзінің халықаралық деңгейін біраз деңгейге көтерді, жоғары деңгейге. Осында үлкен іс-әрекеттерімізді бағалайтын деңгейін көрсеткіш бұл әлемдік рейтингтер. Мысалы, кеше ғана министр әлемдік деңгейдегі рейтингке кірген, QS-ке кірген біздің Қазақстанда 15 вузға сертификатын берді. Біз ол рейтингтің ішіне кіре алмай отырмыз әзірше. Бірақ соның бірінші сатысын біз жасақ қойдық. QS рейтингісінің аймақтық жобасына еніп, жалпы білім сапасындағы танымалдылығы бойынша біз өзіміз қазір топ 400-дік деңгейінде отырмыз. Ол үлкен шаруа. Мысалы, сол рейтингке кіру үшін сіз миллиондаған ақша төлейсіз. Және оның талаптары бар. Ол сенен сұрамайды, сен вуз қандайсың деген сияқты. Ол сен мына вуздың деңгейін сенің жұмыс беріп отқан работодательдерден сұрайды. Имиджевый сұрақтарды ол сырттардан сұрайды. Қазақстан әйтеуір шүкір осы 5 жылдың ішінде біздің вуздар әлем деңгейінде өзін таныта біліп атыр екен. Енді келесі жылдары біз сол жаңа біз айтып отқан
1500-дің қатарына кіреміз бе деген ойымыз бар. Ал ол нені көрсетеді? Ол бірінші бергеннен кейін, QS-ке кіргеннен кейін, сіз жаңа айтып отқан, сізді бітірген түлектеріңізді басқа вуздар жаңағы рейтингке қарайды, мынау Ақтөбенің вузы әлемдік деңгейде бар екен. Бұның дипломдарын біз қабылдауымызға болады деген рейтинг. Сондай деңгейге біз кіруіміз керек. Қазіргі таңда университет 22 елдің 125 жоғары оқу орнымен байланыс орнатып келеді. Соның ішінде мынау QS рейтингісі бойынша топ 500-дікке енген үлкен Калифорнияда Риверсайд университеті, Ломоносов университеті Мәскеу қаласындағы, Тарту университеті Эстониядағы, Европада кең етек алған осы студент алмасу, оқытушы алмасу бағдарламасы бойынша бұл Erasmus Plus бағдарламасымен де біздің студенттеріміз, өзіміздің серіктестеріміздің шақыруымен, әсіресе Литвадағы, Латвиядағы, Каунас, Витаус, Магнус университеттерінің шақыруымен халықаралық академиялық ұтқырлық бағдарламасы бойынша студенттеріміз барып, арнайы білім алып келіп жатыр. На бакалавре я училась в Республике Польша, город Быдгощ. Мне посчастливилось по программе академической мобильности на протяжении семестра обучиться там. Помимо обучения мы также путешествовали по Польше, также в Швецию удалось на лайнере по Балтийскому морю. Было очень круто. По результатам конкурса мы прошли, и университет нам все оплачивал. Также я являюсь членом Республиканского совета студентов при Министерстве образования и науки Республики Казахстан. И недавно, вот я буквально вчера приехала с Туркестана, у нас был там съезд, конференция центральных стран Азии, и мы обменялись также международным опытом, получается, уже активной студенческой жизни. Польша қаласындағы экономика университетіне Быдгощ қаласында оқып келген болатынмын. Я обучалась в Поморской академии в Слупске, но обучалась я онлайн, никуда не ездила. Олардың деген тәрбиесі деген біздердің қазақтардікімен айырмашылығы байқалған болатын. Поляки очень простые. Студенты с преподавателями разговаривают вообще на абсолютно любые темы, и у них нет той скованности, которая есть в нашем обществе. Өзімнің Құдайберген Жұбанов атындағы университетім әрине өзіме жақын болып келеді, ал Польшадағы университетім өзіме деген көп тәжірибе жинадым деп айталамын. Екеуін салыстырмалы қарағанда деңгейі бірдей деп айталамын. Я планирую поступить на магистратуру. Дальше после магистратуры я хочу проявить себя в преподавательской сфере, в университете. Қазақстанда бұйырса психология жағынан өзімді көрсеткім келеді. Себебі біздің Европаға қараған кезде біздің Қазақстанда психология мамандығы ондай қатты дамыған деп айта алмаймын. В Польше преподаватели не обязуют тебя открывать, точнее включать камеру. Но единственное, нужно активничать. Когда, как в нашем университете, нам нужно обязательно камеру включать, микрофон и нужно прям отвечать каждый раз. Я работаю преподавателем английского языка для школьников. Когда студент или обучающийся не включает камеру, ты не чувствуешь этого коннекта между преподавателем и студентом. Как будто урока вообще не происходит. И у них, мне кажется, то те же самые ощущения, какие у меня были. Турция еліне бармас бұрын, осы Қазақстанда жүрген кезде, осы технопарктың ішінде түрік тілін 4 ай оқыған болатынмын. Және Турцияға барғаннан кейін де бізге тегін түрік тілін оқыту сабақтары жүргізді. За границу тоже хотела по мобильности уехать. В планах, конечно, первое место занимает США. Мечта, можно сказать, потом Турция. Я очень рада, что Жубанов предоставил такую возможность. Мне сказали, что есть курсы, где изучают турецкий. В данный момент я почти заканчиваю. Язык, можно сказать, легкий, так как я знаю казахский язык, довольно легко на разговорном. Қазіргі таңда Мевлана бағдарламасы бойынша Түркияға документ тапсырып қойдым. Осы төртінші курстың бірінші семестрінде сол жақта оқып келемін деп жоспарлап отырмын. Осы бакалавриатты бітіргеннен кейін магистратураны Европада жалғастырғым келеді. Осы дизайн мамандығы бойынша. Негізінен үлкен дизайнер деп көремін өзімді. Бір жарым жылдық осы сыртқы жарнама агенттіктерінде, фотосалондарда, студияларда дизайнер болып жұмыс жасадым. Қазіргі таңда өзімнің дизайн студиямды аштым. Бірінші курстан бастап стартап академиясының мүшесімін. Студент тек қана оқып қана қоймай, сол арқылы ақша табуды да үйретеді. Ол жақта және де менторса болады. Әртүрлі мемлекеттерден, осы Қазақстанның әртүрлі қалаларынан менторлар бізге сабақ береді. Ақылы бөлімде оқимын. Бірінші курстан бастап өзімнің оқуымды өзім төлеп отырмын, бірақ соның барлығы стартап академиясының арқасы деп білемін. Қазір стартап академиясы кәсіпкерлікке дамыту орталығы деп атадық. Кез келген бизнеске деген идеясы бар, жастарға есік ашық. Биыл біздер 85 жылдыққа орай университеттің 85 жобаны қолға алған болатынбыз.
Өкінішке орай, оның 33 жобасы ғана іске асырылды. Бір жылда 33 жобаның өзі іске асырылған үлкен жетістік деп ойлаймын өзім. Соның барысында 5 студентіміз өзінің жеке кәсібін ашып, жалға офистерді алып, қарамағанда 5-6 жұмысшысы бар, оларға зарплата беріп, сол бойынша жұмыс жасап отыр. Кәсіпкер деп айтамын, стартап емес, кәсіпкер. Здесь оказалась Тамирис, которая занимается мобилографией, и поэтому сейчас снимает она нас. Кто все эти люди, почему они здесь сидят? Это наши студенты, которые занимаются стартап-проектами, и каждый из них расскажет о своем проекте персонально, более подробно. Салям, что делаешь? Подготовка рисунков на выставку 6 числа. Скажи, вот что изображено на этой картине? У нас отмечательный институт Пистана. Пистана, Астаны. Вот, еще другие рисунки есть, на них в основном на скульптуре. Я вижу, что в принципе картина уже готова, ты еще занимаешься детализацией, да? 3D-детализацией. Начал работать и открыл свой клуб студенческий. Они просто здесь работали. Потом в один прекрасный день, да, у нас был такой проект с Алмаю. И так они теперь начали работать со стартапом. Менторларды бұрын мен шақыратын едім, қазір студенттер өздері шақырады. Қала бойынша қайсы тренд, бренд соған байланысты, осын шақырайықшы, мен мына кісін шақырайын деп едім деген сияқты ұсыныстар. Так, жігіттер, өз кәсіптеріңіз туралы айтсаңыз. Ағашқа күйдіріп, осында бұйымдар жасаймыз. Бұл қазір жүріп жатқан кәсіп, біз оны декабрь айында бастадық. Осында өзіміздің цех бар, цехта станокпен жасаймыз. Қолмен жазуға? Қолмен жазатындарды бар. Біздің IT мамандығы бойынша оқып жатқан екі студент зағип жандар, көзі көрмейтін жандарға арнап құрылғы ойлап тапты. Кішкене ғана құрылғы, ол алдына кедергі шықса, вибрация жасайды. Соны біздер бір зағип жандарға арналған ассоциация бар, соны директорына беріп, тестированиеден өткіздік. Нәтижесінде жақсы деп бағаланды. Мына жергілікті телеарналар өздері келіп сұхбат алды, және Қазақстан ұлттық телеарнасынан соны естіп, инвестор іздеу мақсатында біздерге жарнама жасап берді. Соған байланысты инвесторлар хабарласып, өздерінің өтініштерін білдірді. Яғни сондай жандарға көмектесу мақсатында ақша қаржылай көмектесуге дайын екендігін. Бізден бітіріп шыққан бала ертең сыртқа кеткеннен кейін ол өзінің бизнесін ашып, тағы да жұмыс орындар ашатынды жағдайды біз жасауымыз керек. Сондықтан біздің қарапайым оқытушыдан бастап, біз айтып отқан біз басшылар, біз қазір менеджер болуымыз керек. Біз бизнес коуч дейміз ба, жаңағы көмектесетін тренер есебінде болуымыз керек. Біз қазір балдарға жан жақты нанын табатындай, сол бізден алған білімді әрмен қарай дамытып алып кететіндей жағдайды біз жұмыс істеп отырмыз. Каждый год появляются сотни, если не тысячи новых специальностей по всему миру. В Казахстане есть атлас новых профессий, который говорит о том, какие специальности появятся или уже появляются, какие из них являются перспективными и какие из них стоит изучить в нашей стране. Было бы странно, если бы университет Жубанова не следовал этим трендам. Мына қасымызда отырған үлкен медициналық вуз бар, Марат Оспанов атындағы. Сонымен бірігіп, біз былтыр IT-медицина деген мамандықты аштық. Врач тек емдеу жағын қарастырмау керек, сол аппаратураның бүкіл мүмкіндігін пайдаланатын жағын. Тарихымызда былтыр бірінші рет біздер сол мамандыққа 29 адамды грант қалдық. Екінші, біздің тағы да бейіл енді мамандықты біз ашып отқанымыз клинический психология деген. Қазір психологияның мамандықтарының сұранысы өте көп. Үшінші жағын қалатын болсақ, біз кей кезде байқаймыз. Адам сотқа барғаннан кейін жаңағыдай бір-бірімен соттасып атады, элементарно мына жазылған текстке байланысты. Мынау менім Шамданов жазды, менім Чеси достоинство за трон деп жазып атады. Оны кім анықтайды? Біз жаңа біз айтып отқан филолог мамандық түсті ме, соның ішінде біз траекторияны ашып беріп отырмыз, цифровая лингвистика. Ол сотқа барады да, мысалы айтады, сен жазған мына текстіңе қарап отырып, сен шынымен де оның жаңағы чести достоинство задел или не задел? Көрдіңіз ба? Ол сол өзіміздің мамандықта жүріп, филолог болып отырып, ол ертең сотта жұмыс істей алады, консультант болып, прокуратурада жұмыс істей алады. Мы пришли в медиа-центр Жубанов университета. Перед нами руководитель медиа-центра Жанат Избасаровна. Здравствуйте. Здравствуйте. Зачем вообще был создан медиа-центр университета?
Ну, медиа-центр университета вот как раз и существует примерно 4 года. В момент, когда его создали, видимо, была большая необходимость в ребрендинге. И мы начали работу по продвижению бренда, такую масштабную, потому что у нас не было даже нормального логотипа, ни брендбука, не были актуальные такие социальные аккаунты. И вот все это объединили, и приемную комиссию, работу со всеми медиа, весь пиар, даже сайт начали переделывать в тот момент, когда именно я пришла. У нас на сегодняшний день в университете около 40 аккаунтов в социальных сетях, именно только Instagram-страниц, я уже не говорю про Facebook-страницы. Каждая кафедра, мы стали все бренд-амбассадорами нашего вуза. Каждый делает свое дело, и если мы что-то хотя бы сумели раскрыть и показать для народа, то они хотя бы будут понимать, чем живет и дышит университет. С нас начинается любое мероприятие, то есть подготовка к любому мероприятию, и нами же и заканчивается. Если люди уже там мероприятие организовали и закончили, похлопали, все разошлись, то наша работа в тот момент только активизируется. Сейчас почему мы актуализируем именно вот работу с международным центром? Потому что мы нацелены на то, чтобы к нам приезжали иностранцы, студенты. Для этого отрабатывается и сайт новый, новые версии английского, вот, чтобы можно было студенту, иностранцу понять наш сайт легче, адаптироваться в нем легче. Мне кажется, информация – это то, что делает наш имидж. Енді біз біреулер айтады, мен журналист болғым келеді дейді. Журналистік арнай мамандыға шыға бізге тиімсіз. Бірақ ол журналист болғысы келеді. Біз айтамыз оған, сен филология мамандығына түс. Соның ішінде біз сізге траектория ашып берейік. Сіз педагог есебінде түсесіз, бірақ сізге бір траектория ішінде ашып береміз. Журналистке байланысты сіз мамандықты оқып шығасыз. Соған байланысты сіз ертең мынау телевидениеге, радиоға жұмыс істеуіңізге баруға болады. Біз солай дайындап отырмыз. Шынымен де, мысалы, Ақтөбеде телевидение, радиоға керек журналист жыл сайын бір 3 адам екен, 4 адам екен. Біз соларды жыл сайын қамтамасыз етіп беріп отырайық. Талантты адам келатыр ма? Біз сол үшін арнайы бастау дейтін радио телецентр ашып қойдық. Тәжірибеден өтсін, телевидениеге практикаға барады, ойынан шығады ма? Сол бойынша кетеді. Когда мы говорили об обзоре у нас в офисе, мне Умыт постоянно говорил, типа, посмотри, видеоролик поставил. Во время карантина вы отсняли практически все кампусы, показали университетскую жизнь без университетской жизни, так скажем. Наш первый выпуск мы решили начать с жемчужины, самого сердца университета имени Кудайбергена Жубанова, с учебного корпуса номер один Мухтар Арына. Чем занимаешься ты, Аят? Моя задача заключается в том, чтобы в основном мотивировать студентов на какие-либо действия, на креатив. Вот, и периодически обучаю каким-то навыкам, которые сам знаю. Человек даже без специального образования может просто научиться это делать. И просто собирать портфолио своих работ. И они могут с этими портфолио уже идти на более профессиональные студии, и команды, ее уже обустраивает свою жизнь. Моя специальность – это 2 иностранных языка. Я видеооператор и фотограф. Почему я поставил? Ну, потому что мне нравится. Вот и все. Меня зовут Ярослав. Я учусь на специальности психолог. Занимаюсь бастау только потому, что мне это тоже нравится, по душе. В бастау я работаю оператором и монтажером. Почему я в бастау? Потому что мне нравится то, чем я занимаюсь. Я замечаю, что становлюсь лучше. Бастау медиагруппа основан журналист болып табам. Адамдармен сұхбат жүргізем. Және пост жазамын. Көбінесе қазақшай. Насколько я знаю, вы не только в универе, да, снимаете? Вы снимаете вообще по городу, вы показываете город, общаетесь с людьми? Да, да, да. Это, мы не ограничиваемся только университетом Жубанова, но и на данный момент мы сейчас снимаем также и про город. Вот насчет города, сложно ли это? Да нет, в принципе, мы уже опытом набрались. Мы берем опросы просто вот так, очень быстро. То есть и идеи зарождаются у нас тоже быстро, потому что ребята все креативные. Просто, а давайте снимем это, и такие, давайте, снимаем. Все думают, что Актобе – это просто региональный городок, ничем не отличающийся от других городов. То есть вот Алмата – это где-то там, на юге, где-то что-то интересное все там. Но на самом деле в нашем маленьком, ну не маленьком, а в региональном городке тоже есть интересные личности. А делали ли вы анализ аудитории? Каждый год я делаю отчет.
перед вузом, перед ученым советом. Я помню, у меня спросили в первый год, когда я подключила Яндекс.Метрику и показала это на ученом совете, а с кем это сравнить? Я говорю, ну ни с кем, никто тебе, нам не покажет, что у них там происходит, да. Правильно? Поэтому мы будем ждать еще один год и сравним сами с собой. Актуальный возраст у нас получается в любом случае на сайте, например, с 18 до 24 лет. Дело в том, что вот с Нового года мы поменяли домен zubanov.edu.kz, а до этого был arsu.kz. И с января у нас получается совершенно другой отчет пошел. А я признавайся, все ребята здесь или... Нет, на самом деле у нас в команде около 10 человек. Просто из-за карантина ясное дело, что некоторые находятся и в других частях региона Казахстана. Ребята, которые находятся здесь в городе, они пишут в основном статьи, то есть ходят по городу, берут интервью у здешних людей, а те, кто находится не в городе, они, соответственно, собирают какую-то статью, какой-то материал в просторах интернета. Прям когда необходимо, мы задействуем наших активных блогеров актюбинских. Конечно, я подаю все время заявки для рекламы таргета, когда у нас идет приемная кампания. Сколько тратится на таргетинг в год? Мы пробуем, поэтому я не могу сказать, что много, но на этот год я заявку подала где-то на 500 тысяч тенге. Если мы в основном будем делать это для приемной кампании, то должно хватить. Ну и где-то, возможно, если нам эту сумму дадут, какую-то часть выделить ребятам для бастаутцев. У них тоже своя инстаграм-страница. Вот. Хотели бы, чтобы они продвигались. Мы поставили сразу цель, что мы хотим снимать не только про наш Актюбинск, но и про весь Казахстан, потому что в Казахстане очень слабо развито СМИ и вообще документальные фильмы не снимаются. У нас в Казахстане есть много чего, что можно снять. Я видел медиапроекты, которые развивались вот на университета в Астане и потом коммерциализировались. Здесь на каком вы этапе и какие планы есть? В плане коммерциализации, если сравнивать с Алматой и с Астаной, там намного легче сделать это. Потому что в основном все головные офисы, все, грубо говоря, важные шишки находятся там. Не думали насчет рекламных роликов? Мы этим занимаемся. Угу. То есть вы на этом уже зарабатываете? Только начали зарабатывать. Мы решили все-таки. Мы сняли рекламный ролик для смарт-карты автобус. Сняли для них, и они вполне остались довольны. Я вам желаю большой удачи, потому что там дальше уже частные заказы, коммерческие заказы. И дальше уже можно расти, расти, расти и уходить в кино, уходить в документальные фильмы, делать реально большие многомиллионные проекты. Спасибо, что пришли сегодня. Спасибо за встречу. На сегодня все. Завтра второй день наших похождений в университете. Ну а на следующее утро произошло вот это. Пожарная тревога. Всем сотрудникам и посетителям нужно срочно покинуть здание. Так начинается наш второй день. Еще больше народу. Еще больше. Че себе. Прям полномасштабная операция. Вот так вот. Камеры. А что значит вообще ситуационный центр? Это означает, что здесь находится центр по видеонаблюдению. Раз, потом у нас есть еще пожарная безопасность. Вот находится экран. Ну вот сегодня утром были учения, 6 спецмашин было. Эта система использовалась? Да, использовалась. Потом мы включаем громкую связь, у нас в главном корпусе. Пожарная тревога. Все, выйдите, пожалуйста. Ситуационный центр — это, конечно, хорошо, но вот про ситуацию с наукой и инновациями нам может рассказать только человек, который непосредственно за это отвечает. Сейчас мы поговорим с директором департамента научно-инновационных программ, которая как раз-таки расскажет о том, что происходит в этой сфере в университете Жубанова.
В настоящее время в рамках грантового финансирования Министерства образования и науки сотрудники университета, преподаватели выполняются 14 проектов. В том числе среди этих 14 проектов есть 3 проекта молодых ученых. То есть их команда полностью до 40 лет. В прошлом году, в 2020-м именно, Министерством образования и науки было объявлено новых 5 конкурсов на грантовое финансирование, и университет активно в них участвовал. Из 14 проектов, в 9 проектах университета имеются сотрудники иностранных государств. Это и Россия, и Украина, Белоруссия, Эстония, Латвия, Польша. А скажите, почему иностранным профессорам может быть интересно участвовать в казахстанских проектах? Они делятся своим опытом, так добродушно относятся, и они все, что знают, все, что у них есть, пытаются передать. Они говорят, вы хорошо схватываете. Им интересно обучать нас, а мы хотим учиться. 5 проектов реализуются на базе научного центра радиационной физики материалов, которым в настоящий момент руководит профессор Шункеев Коншбек Шункеевич. Команда, целая плеяда от физиков в данный момент занимает яркую такую позицию. И, надеюсь, вы к ним дойдете в нашу лабораторию сейчас. Вы сейчас находитесь в научном центре радиационной физики материалов. На базе нашей лаборатории выполняется 5 грантов Министерства образования Республики Казахстан. Имеется диссертационный совет, вот сейчас молодые люди здесь работают, они докторанты. И при том, публикации у них достаточно высокого уровня, в журналах публикуются, зарубежные журналы, сейчас вы можете посмотреть. Даже в этом году на базе нашей лаборатории мы получили 5 патентов. Самое главное, здесь такие экспериментальные установки, которые вы не увидите в других лабораториях. Иногда мы говорим, нет аналогов в Республике Казахстан. Могу сказать, вот там Креостат разработан нами и сконструктирован, и при том запатентован в Республике Казахстан. Мы участвовали в большом симпозиуме, который проводится на территории всех европейских стран. В связи с пандемией это у нас было в онлайн-режиме через Zoom. Наше данное направление заключалось в радиационных дефектах и исследовании специфики щелочноголоидных кристаллов. На базе нашей лаборатории мы можем исследовать различные щелочноголоидные кристаллы, в частности это были иодиды и хлориды. Результаты конференции также будут опубликованы в международных журналах. Өзілердің зерттеп атқан заттарын, мысалы, уже Европадан келіп, бізде лабораториясында кәдімгідей жұмыс істейді. Сояқтан келіп, ойлап көріңіз. Мына кісінің жасақ қойған лабораториясының цепочка оған, былай айтқанда, оборудование. Баяғыдан бері жинап келатқан. Сонда жүргізіп атқан зерттеулерін келіп, арнайы кристалдарына келіп, бізде зерттеп жатады. Вот на базе нашей лаборатории, это мои ученики, 10 кандидатов наук, я имею в виду 8 кандидатов, 2 доктора PhD. Там рентгеновское возбуждение, а здесь идет возбуждение, фотовозбуждение. Такая же система управления с помощью компьютера. Маленький-маленький вот этот источник света, это как раз источник знаменитой фирмы, японской фирмы Hamamatsu. Это называется лазер белого света. Такого практически в мире, кроме этой фирмы Hamamatsu, не имеется. Вот этот источник света находится в нашей лаборатории. Для оригинального университета абсолютно это высокий результат. Для национальных университетов, если кто будет конкурировать, готовы. То есть у вас практически свой НИИ в рамках университета, да? Да. И вы, наверное, в Казахстане лучше всех знаете про щелочноголоидный кристалл, воздействие радиационное. Да. Шункевичтің бір жасап отқан кәдімгі қолданбалы затта бар. На радиациялық физика. Қасыңда қанша радиация бар екенін білу үшін сондай приборды, военный прибор жасап отыр. Сондай бір затпен бір Нобельдық бір неге ілігіп кетсек дейміз ғой. И библиотека, и рабочий кабинет, все диссертация, патенты, авторские свидетельства, публикации, все тут пишется, здесь рождается. Документ открытый, вот сейчас я прихожу сюда для работы, и днем и ночью, в любое время, как говорится, компьютер готов к работе. И специально сделал так, чтобы дверь была отсюда, я не чиновник. Да, то есть вы не встречаете лицом, а вот именно да. Там человек приходит и может сразу показать что-то. Вот да. Единственный человек заметил, это чисто европейская, так как говорится, стиль работы. Вот это удостоверение, что я почетный гражданин города Актобе.
премии имени Сәтбаева. Это государственная, так сказать, награда с подписью тогдашнего первого президента Назарбаева. Свидетельство о том, что я лучший преподаватель вуза по МОН-РК. В прошлом году по номинации «Деятель науки» я присвоили мне «Человек года» «Алтын адам». Куанышбек Шинкевич, очень большая честь была с вами познакомиться. Спасибо. Спасибо большое, что дали нам небольшое такое интервью и экскурс по вашему центру. Спасибо, спасибо. Очень рад, что такой центр существует вообще в Казахстане, тем более здесь, на Западе, в регионе. Мен ойлайм, болашақта біздің ғалымдарымыз, университеттің наработкілері бар, бастамалары. Біз болашақта өзіміздің Жұбанов университетінен бір нәрсе жасап, әлемдік деңгейде тарату, сату жағынан біз әлемді көрінуіміз керек. Жақында ғана бізде Жаманшын дейтін докторантымыз қорғады. Сол маманды қазір міне Турция алып кетіп жатыр. Ал қалай жібермейсің оны? Біреулер айтуы мүмкін, неге сен Турцияға бересің деп. Мәселе оны, Турция оны бағалап қазір оған жағдай жасап отыр ма? Ол бала барып келсін. Ол түбі ояққа барғанда біздің Жұбановқа зиян тимейді. Ол Қазақстанға зиян тимейді. Ана жерде отырғанда бәрі айтады, бұл Қазақстаннан келген маман деп қаншама ол дәрежеге көтеріледі. Ол принцип біздікі сол. Біз интеллектуалды мамандарды сыртқа дайындап сатайық. Ол қалай қаяққа тығам десе де ол биографиясында шығып тұрады, Жұбанов университетін бітірді деген сияқты. У нас нет крепостного права. Человек должен выбирать там, где ему комфортно. Но мы должны вот этот комфорт создавать и здесь. А право выбора его. Он останется у нас здесь. Может быть, он через лет 5 он вернется к нам. Может, ему нужно было где-то созреть еще больше. Пускай он потом к нам вернется. Но в любом случае мы его оставили как научного руководителя для следующего докторанта. И вот этот человек, я думаю, в любом случае он, его мозги, его интеллект, он будет работать и на наш вуз. Когда вас назначили проректором по академическим вопросам, а как вы на это отреагировали? Спасибо большое, прежде всего, за ваш интерес к моей деятельности. В целом, это назначение, я считаю, было логическим продолжением всей той работы, которую я делала на протяжении 10 лет. Я выпускница стипендии «Болашак», с отличием закончила университет Уорика, программу докторантуры в университете, Назарбаев университете. Другими словами, я продукт всех тех успешных реформ, которые проводились в независимом Казахстане. Страна все эти годы инвестировала в нас. И наступает такой момент, когда ты чувствуешь, что ты можешь уже делиться всеми теми знаниями, всем тем опытом уже с другими. Я с удовольствием приняла это предложение служить своей малой родине Ахтубе и своему альма-матеру Жубанов университет, где я получила свое первое базовое образование. Конечно, моя роль здесь — усилить трансляцию лучшего опыта Назарбаев университета. Это и академическая свобода, да, это улучшение качества образовательных программ. И знаете, когда мы говорим о трансформациях, у нас принято говорить о каких-то формальных изменениях, о создании структур, да. А есть такой очень важный компонент трансформации — это культурные изменения. Академическая честность должна стать нормой. Это должно стать той ценностью, которую разделяют все сообщество университета, все комьюнити. Я знаю, что в этом университете проделано очень много работы с помощью коллектива, с помощью студентов, с помощью ученых данного университета. Мы будем дальше продвигать все эти работы. Когда вы уехали из Актобе? Из Актобе я уехала в 2012 году. Чувствуете ли вы себя абсолютно другим человеком сейчас? Да, абсолютно другим. Для меня это большой промежуток времени. Почему? Потому что за эти 10 лет происходило очень много интенсивных событий. То есть я каждый год была в новом проекте практически. Каждый год приглашали в новые проекты. 76% школ в области — это малокомплектные школы. Что такое малокомплектные школы? Это в одном классе сидят первый, второй, третий класс. То есть учитель, который там работает, он должен знать предметы первого, второго, третьего класса. Это школа, которая девятилетка в селе. Но если ты эту школу закроешь, то село закроется. В принципе, это регион будет деградировать. И мы эти школы стараемся сохранить. То есть ребенок поступает на специальность, например, физика, математика, химия, биология. Или физика, информатика, математика, информатика. Плюс, если ребенок поступил на химию и чувствует, что он может взять и математику, он может закончить, обучаясь у нас, получать сразу два диплома. Мы этому возможность тоже даем.
То есть вот эти вот возможности корректировки рынка, они присутствуют у нас. Да, у нас основная масса, конечно, сельские дети. Это где-то, если не ошибусь, где-то 60 чем-то процентов это дети села. Вы правильно говорите, это действительно такой социальный лифт. Дается шанс ребенку как бы претворить себя и его мечты на уровне вот города, так скажем, да, и нашего вуза. Скорее всего, этот ребенок потом и вернется в село, но он вернется другим человеком. Басты ролимиз осы университеттің контингентін қалыптастыру саясатын жүзеге асыру. Біз қазіргі таңда 80-ге жуық бакалавр мамандығы бойынша білім бағдарламаларымен жұмыс істеп отырмыз. 41 магистратура, 6 докторантура. 5000-ға жуық талапкер қабылдаймыз жылына. Біз сан бойынша қазір жайтып отырмыз, адам саны бойынша біз 4-ші тұрмыз. Ұлттық университеттерден кейін. Мектеп түлектеріне дұрыс кәсіби бағдар беру, болашақтың мамандығы қандай? У нас работает целый проект Жубанов керуені, не ленясь. Все районы мы объезжаем и агитируем детей внедряться в рынок образовательных услуг. Мы не говорим, поступайте в нам в Жубановский университет. Мы это принципиально не говорим. Наша задача, миссия университета – объяснить детям, чтобы они не ошиблись в выборе профессии. Человек в жизни должен не ошибиться в трех вещах. Выборы профессии, выбора супруги, выбора наставника, учителя. И вот это выбор, это же кризис. Ребенок выходит в взрослую жизнь, и он сталкивается впервые с первым кризисом. Мы говорим, ребята, круглый год у нас работает приемная комиссия, не обязательно к нам поступать. Вы проконсультируйтесь у нас. Әртүрлі жеңілдіктер, жергілікті гранттар, жаңағы кәсіпорындардың демеушілігімен оқып жатады. Яғни 50% студентіміз әлеуметтік жағынан қорық қамтылған. Ребенок, если закончил алтын белгі, но в силу каких-то объективных причин он не смог поступить на ту специальность, которую мечтал, мы ему сразу же делаем скидку 100 тысяч тенге. Почему мы это делаем? В любом случае ребенок, заканчивающий на алтын белгі, это локомотив. Он в любом случае завтра будет на отлично учиться. И он, как показывает практика, после первого курса он в любом случае берет какие-то скидки, какие-то льготы, он получает стипендию Жубанова и уходит на бесплатное обучение. Көрші облыстарымыз, Атырау облысының әкімшілігі, Маңғыстау облысының әкімшілігі біздің Жубанов үшін өздерінің жергілікті гранттарын ұсынады. Яғни өзінің өңірінің түлегіне оқу ақысын өздері төлеп береміз, бірақ Жубанов сіз бізге маман дайындап беріңіз деп бізбен үш жақты келісім шарты жасау арқылы жергілікті бюджеттен қаржыландыру арқылы өзінің бітірушілерін біздерде оқытады. Я потом спрашиваю детей, почему вы к нам идете? А потому что у вас качество образования соответствует тем требованиям, которые мы хотим знать. И этот бренд мы сейчас сохраняем. У нас обучаются представители всех областей Казахстана. Нонсенс, если посмотреть, да? Актюбинск где? Например, где Семипалатинск или Талдыкорган? Пожалуйста, дети приходят у нас, обучаются. Жақын және алыс шетелдерден келіп оқитын тағы да біздің талапкерлеріміз бар. Ол жақын көршіміз Ресей және Өзбекстаннан көптеп келіп жатады. 2018 жылы 1000-нан аса шетелдік студентіміз оқыды. Биыл да біздің шетелдік студенттеріміздің саны артады деп жоспарлаудамыз. У нас есть проект, мы говорим, работать с казахской диаспорой, потому что мы приграничная область. Мы работаем с казахской диаспорой. Қытай, Монголияның қазақ диаспорасы мемлекеттік грантпен жаңағыдай тапсырып жататын жағдайлар бар. Там основная масса проживает казахов, которые когда-то в силу 20-30-го голода годов, в годы репрессии, их родители в силу политических причин, экономических причин, они туда-то уехали. Енді біріншіден мемлекетіміз тарапынан 4%-дық квота деген бар шетелдік қазақтарға арналған. Одан тыс біз университетіміздің өзі жеңілдік беріп отыр, яғни шетелдік қандастар үшін оқу ақысына 50%-дық жеңілдік, басқа ұлт өкілдеріне 25%-дық жеңілдік. Они поступают на основе собеседования. И если они год заканчивают на отлично, мы эти льготы сохраняем. Бірінші кезекте жатақханамен қамтамасыз ету, оларды келгеннен кейін тілдік курстарға үйрету деген, тегін тілдік курстар ұйымдастыру деген сияқты біздің осындай әлеуметтік пакеттеріміз бар. Бұл оларға өте қолайлы, сол себептен де біздің университетімізге таңдауына мүмкіншілік береді. Не обязательно они должны у нас в Актюбинске остаться. Они даже пускай завтра уедут ту же Россию или ту же Узбекистан, Қаралпыс. Но они, по крайней мере, культуру казахскую видели, запомнят, они будут за это болеть. Қаншама студенттеріміз, мысалы үшін, көбісі уже осы жерде жұмысқа орналасып, Ақтөбе облысында өзінің ата-аналарын, елде қалған ата-аналарын көшіріп алып келіп жатыр.
мы выполняем миссию сохранения казахской культуры. И это мы считаем одной из главных миссий нашего вуза. Безусловно, рынок свои условия диктует. Мы сейчас должны готовить людей трилингва. Уже говорить, что ребенок должен знать русский, казахский язык в совершенстве, это уже недостаточно. Актюбинская область, особенность в чем? По сравнению с Астаной, северными регионами или с южными регионами, население Актюбинской области однозначно двулингва. Да, действительно, регион исторически сложилось так, что регион является билингвальным. Но хочется отметить, да, есть функциональная грамотность. У нас в Казахстане английский язык изучается с первого класса. Но почему-то, несмотря на это, многие выпускники даже не могут построить простейший диалог. Во-первых, это методика. Это грамматика, переводной метод. Очень много материалов, но дети, учащиеся не знали, как потом уже использовать это в реальной жизни. Во-вторых, есть такая проблема, это нехватка часов. Мировые ученые предложили интегрированное обучение языку через предмет. Если посмотреть на опыт Назарбаев интеллектуальных школ, физика преподается через английский язык, биология преподается через английский язык. Или можно посмотреть на опыт преподавания истории Казахстана в классах с русским языком обучения через казахский язык. Очень хорошая практика. Почему? Потому что дети не просто изучают язык ради цели изучения языка, они знают конкретные темы, они уже на эти темы свободно общаются. Точно так же касательно английского языка. Биология, химия, то есть STEM предметы, предметы естественно-научного цикла должны изучаться через английский язык. Это непросто, да? Но это уже научно доказано, когда у учащихся есть когнитивная нагрузка, это намного эффективнее, потому что язык здесь служит для значимых целей. Если говорить про университетский уровень, да, в университете есть такой термин или такая политика EMI, English as a medium of instruction, английский язык как язык обучения. В Казахстане это направление тоже внедрялось с 2014 года. В 2016 году я в составе большой исследовательской группы при информационно-аналитическом центре мы изучали 19 вузов Казахстана, как они внедряли данную политику. И тогда тоже выявилось, что для того, чтобы внедрять данную политику, у ППС вуза должен быть определенный уровень знания английского языка. Должны быть ресурсы, потому что это не просто смена языка. Взяли и перевели силабусы на английский язык. Это опять-таки должно произойти на культурном уровне. Вот поэтому для профессорского преподавательского состава нужны действительные стимулы, которые для них работают. И они могут быть разные для каждого. Да? Стипендия «Болашак» с этого года выделяет 500 стипендий именно для ученых. Я думаю, что это тоже должно послужить хорошим стимулом для наших преподавателей, да, исследователей. Во-первых, если они будут знать английский язык, это откроет возможность прежде всего для коллаборации с внешним миром. Во-вторых, для публикации. Сейчас английский язык для многих моих коллег является большим барьером. То, что они не могут поделиться своими результатами со всем миром, с мировым сообществом. И, конечно же, для того, чтобы преподавать предметы, уже дисциплины на английском языке, у преподавателя должен быть минимум B1, B2 по CFR. Это по IELTS где-то будет 6.0. Знание языка — это одно, да, но владение академическим английским языком — это другое. Да? Вуз — это академическая среда, поэтому для преподавателей важно владеть именно академическим языком. Иначе трехязычие станет просто формальностью. Но нужно понимать, что рынок труда тоже должен быть готов к этому. То есть рынок труда тоже должен подтягиваться. Если наши студенты, наши выпускники знают, что где требуется, какие языки, они уже в университете будут целенаправленно, осознанно готовиться к этому. Мы вуз, который, в принципе, сформировался и работает на запросы рынка региона. Мы действительно региональный вуз. Ассоциация выпускников Титмбарбезе, олар әр факультетті өздер келіп, шараларын өткізет, кездесет. Енді мақтанышпен біз айталамыз, Ақтөбе облысының екі әкімі біздің түлегіміз, мысалы. Сағындық кезіндегі әкім болған, қазіргі отырған ондасын сейілші біздің түлегіміз. Бүкіл әкиматты отырған басшылардың тең жартысы біздің раудан әкімдері, біздің түлектеріміз деп айталамыз. Міне сондай сияқтыларды біз қазір мақтанышпен айтамыз. Тәрбиесіз берген білім адамның қашауы. Мы специально такой лозунг повесили на входе основном корпус, главный корпус, мы это повесили.
мы в любом случае должны проводить воспитательные моменты какие-то. Это та среда, которая формирует культуру интеллигенции Казахстана. Согласитесь, что вот эта вот миссия, она будет потом свои семечки, зерно сеять по всем регионам Казахстана. В первую очередь в селе. Мы работаем, если говорить глобально, на перспективу на лет 15-20 мы закладываем. Но результаты, по крайней мере, которые мы сделали, я опять же повторюсь, большая часть людей, которые работают в государственной службе, в школе системы образования, это выпускники нашего вуза. Не подумайте, что вот у Жубанова университет, я какую-то идеальную картину обрисовываю. Это картину, которую мы хотим достичь. У нас есть свои упущения, есть свои минусы, но мы хотим развиваться. Потому что другого пути нет. Рядом стоит Оренбургский государственный университет. Рядом стоит Казанский федеральный университет. Люди традиционно едут учиться в Москву, Саратов, Волгоград. И вот этот рынок, который все время как пылесос утягивает нашу клиентуру, так скажем, мы должны сейчас ему противопоставить не просто запретительные какие-то моменты, а мы должны предоставить качественные условия. И к этому мы идем. Будущее образования Казахстана, будущее образования Жубановского университета работать только на качество. Другого пути нет, мы только так выживем. Нобель фестивальдер келботсыздар. Бұған неге кірдік? Мысалы, Жубанов университеті кіріп отыр, және Әуезов университеті кіріп отыр. Нобель фестке кіруіміз, мақсатымыз, біз армандаймыз. Мен ойлаймын, болашақта біздің Жубанов университетінің Нобель лауреаттары шығу керек. Бұл қиял ма? Қиял, бірақ ол орындалады, точно білем. Ал неге біз оны көрсетіп отырмыз? Тот же принцип. Біліңдер, көріңдер. Нобель фестке келген кісілерді біз таныстырып отырмыз ғой. Қараңдаршы шешін, сол Англияның профессоры немен шықты? Ол да сол ауылдан, деревнесінен бір жерден шыққан ғалым ғой. Қандай фантазиямен шықты? Соның бәрі айналып келген кезде біздің балдарымыз сондай деңгейге шығатын үлгіні көрсете білуіміз керек. Лауреат Нобелевской премии должен у нас вести занятие. Мен ана кісідей болуым керек деген сияқты үлгі болу керек. Ол қашықтан іздемей-ақ қойсын. Ол өзінің әкесі сияқты, шешесі сияқты болсын. Ол неге сияқты, Тоқаев сияқты болғысы келмейді? Неге біздің ондасын сейілші сияқты болғысы келмейді біздің түлек? Неге Ерлан Карин сияқты болғысы келмейді? Неге Димаш сияқты болғысы келмейді? Болу керек қой. Сондықтан сіздердің келіп атқаныңыздың мен шын айтайын, сіздерге рахмет. Туған жақтан регионға келіп, осындай нені біздің арамызға енгізуіңіздің өзі мен ойлаймын, бұл бізге беріліп отқан мүмкіндік региондарға. Умат, мы 3 дня провели в университете Жубанова, встретились с огромным количеством людей, практически со всем руководством, со студентами, увидели очень много центров, кампусов, корпусов. И мне просто интересно, каковы твои впечатления? Рассказать о моих впечатлениях? Мои впечатления невероятные. Зная и будучи в разных университетах не только Казахстана, но и Европы, я хочу сказать, что университет Жубанова ничем не уступает другим университетам мира, Европы. Серьезно, почему? Потому что университет Жубанова, он не маленький городской университет, это университет целого региона. Атлет, вот ты вот первый раз был в Актобе, первый раз посетил университет имени Жубанова. Расскажи, пожалуйста, о своих впечатлениях в целом об университете и о городе. Ну, про университет Жубанова мы уже много говорили. Это университет, в котором есть все. Мы привыкли, что в универах есть все, да? Студенты там Назарбаев университета, ЕНУ, студенты алматинских вузов. Но для региона это реально большое достижение. Там очень много народу и, соответственно, очень много возможностей. Я рад, что эти возможности реализуются. Если говорить про Актобе, не хватило времени полностью посмотреть город. Из того, что запомнилось, это, конечно же, футбол. Или как местные называют, мячик. Вот мы сходили на мячик. Фан-сектор. 13-й сектор. Туда даже вот не каждый актюбинец туда попрется. А мы туда пошли и... Сразу видно патриотизм актюбинца, потому что они очень сильно болеют за свою команду. Это, конечно, мне запомнится надолго. В целом, я удивился по большей части гостеприимности актюбинцев. Было очень приятно, что нас так встречали, показали абсолютно все в университете. Мы поговорили с очень достойными людьми. Очень разные люди работают.
университете Жубанова самое приятное то, что они все болеют за свой университет и что они действительно желают прогресса, желают развития. Самое, что мне вот понравилось и запомнилось, это вот миссия университета, о которой они так открыто заявляют, это выпуск высококвалифицированных специалистов и, самое главное, личностей, у которых есть сильные национальные ценности. Самый кайф — это наука. Название университет, он говорит о том, что ты должен заниматься наукой. Ты когда сидишь в архиве, и ты находишь такие вещи, ну, опять же, вот этот пример приведу, да? Абайдын әжесі зере. Шынаты тоқпалағы. Теперь кольчуга, вот это батырлардың киетін кольчуга бар емес, из колец. Каждое кольцо называется зере. Почему тоқпаланы назвали зере? Она скрепляет род. Вот наука деген. А оның бәрі кайф, который ты не купишь. Друзья, мы запускаем челлендж «Кайф в науке». Мы хотим, чтобы вы поделились тем, что вы изучаете, все, к чему прикоснулась ваша рука и что создало хоть маленькую научную ценность и от чего вы получили удовольствие, достойно внимания всех окружающих. Мы выберем 5 человек с интересными проектами и исследованиями, которые получат возможность стать спикерами на следующем Нобелевском фестивале. Выкладывайте сторис, посты, записывайте видео, отмечайте аккаунт NobelFest и, конечно же, ставьте хэштег «Кайф в науке». У вас будет возможность встретиться лицом к лицу с лучшими мировыми учеными и экспертами. Спасибо большое за просмотр этого видео. Если вам понравилось, ставьте лайк. Подписывайтесь на наш канал. Увидимся в следующем обзоре на следующий университет. Кстати, в комментах можете написать, на какой университет вы хотели бы увидеть обзор и что именно вы хотели бы услышать. You accelerate